Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Вора Золотое Издание. Итак, мы с вами проследили за наемными убийцами и за наемниками, и решили, ну и нашли, короче, наемники нас привели, короче, к дому некого Рамиреза, короче, и нам нужно сейчас его обокрасть. Вот. Типа сделать, короче, месть такую. Месть в виде воровства. Вот. Ну и решили с вами начать, как обычно, с первого этажа. Окей. Здесь ходит охранник. Охранник, хотел сказать. Так, сразу, наверное, дубинку возьму. Так, здесь я уже потушил все. С какой стороны начать-то? Ну, давайте, наверное, вот отсюда. Закрыто. У нас появились, кстати, отмычки. Тихо. Где-то идет. Ну, короче, где-то ходит, здесь охранник. Нет, не подходит. Там написано было, что менять отмычки. Вот. Это же делали сейчас правильно. Так. Бляха, 10 стрел уже осталось. Ладно, кончится, не знаю. Будем как-то спасаться. По-другому. Так, лестница наверх, окей. Что там такое? Опа, тихо. Кажется, все тихо. Прекрати баловаться, выходи. Как только я найду тебя, ты... Он там не один. Теперь надо закрыть. Так, все, я в тени. Ну, наверное, никого. Долго ты. Ну давай, уходи. Раз. Все. Минус палево. Так, ключ от склада какого-то взял. Окей. Не знаю. Опа-па-па-па-па-па. Урай. Он сюда идет, да? Ну давай я его сейчас. Кто там? Есть там кто? Nothing here now. Твою мать. Слава богу, что он не услышал ключ от внутреннего двора. Слава богу, что он не услышал, короче, как я это бегу. Так. Окей. Я надеюсь, здесь один охранник ходит. Так, ну здесь у нас... Я так полагаю, вот эта дверь ведет туда же. Что здесь? Ух ты ж. Снова картины, смотри. Таких мы не видели, да, еще? Так. О! Ништяк. И все, да? Так, ладно. Погнали дальше. О! О! Да здесь добра-то, наверное, будет навалом в этом доме-то. Так. Спроси до конца. Эй,
стоять! Не волнуйся, я тебя найду. Куда он убежал? Бляха, ублюдок, а? Вы ублюдок. Не, давайте я загружусь, потому что это не дело. А я что, не сохранился? Ладно, понятно, окей. Это взяли, сохранились. Так. Тут-то взяли, сохранились. Так, так. Да, откройся ты. Так. Делаем следующее. Лоп. Да как так-то? А ну иди сюда, трухло. Блюдок. Трухло. Надо, короче, его как-то привлечь сюда. И я сделаю сейчас следующее. Лоп. Так. Что, не получилось? Давай вот так. Не думай, что сможешь долго прятаться. Давай сюда иди. Бляха, в дверь попал. Ключ от склада. Окей. Так, куда бы его? Давай вот здесь бросим. Так, там по лестнице наверх есть. Ништяк. Монетки. Так, вот у нас сигнализация, которую он нажимал. О, бомба. Монетки. И записуля. Парни, по достоинству оценивая ваш энтузиазм, я должен указать, что ломание ног на самом деле довольно неэффективно. Если вы хотите, чтобы наши клиенты продолжали жить нормальной жизнью и заплатили такие свои долги, я поддерживаю вашу инициативу в этой области, но, возможно, вам стоит поучиться у садовника его ножниц, которые отрезают одну ветку, позволяя расти всему остальному. Большинству наших клиентов для начала надо расстаться с лишними пальцами. Неплохой такой намечек про садовника и пальцы. Так, что здесь больше нельзя, да, нажать? Ничего. Я просто взгляну. Опа. Какая-то потайная дверь. Так, ну окей, пускай она будет открыта, но нам сюда еще рано, мы еще первый этаж не осмотрели. Мать. Так. Открываем эту дверь, чтобы не запутаться, что посмотрим, что мы здесь были. Вот. Здесь мы сейчас... Я просто взгляну. Заперто. Погоди. Так, нет. Ключ от склада подходит сюда. Неплохо. Но мы дверь закрываем. Так, идем, короче, первый этаж досматривать. Что-то я не понял, склад на них находится на крыше, что ли? Ну, не на крыше, а на втором этаже склад находится. Ладно, не суть. Не суть. Ключ от склада для всего подходит, смотри.
Там дверь, здесь дверь. Блеха, ходов, жесть. Это что такое? За комнатка такая, просто пустая комната. Но она темная, можно в принципе сюда, если что, этих вырубленных складировать. Так, закрыто. Ключ от склада? Нет. Ключ от подвала? Ключ от подвала у меня еще есть. От внутреннего двора подошел. А, это подвал вообще. Так, окей. В подвал мы пока не идем. Запоминаем, что здесь подвал. Я предлагаю смотреть первый этаж, а потом пойти в подвал. А потом уже пойти на второй этаж. Так. Монстр в подвале? Ого. Так, стоп, стоп, стоп. Вы сюда идете? Воу-воу-воу-воу. У нас один... А. Твою мать. А, твою мать. Нет. А где? Как ты, я ж тебя это... Я ж тебя это того вырубил, это ослепил. Так, погоди, а как, куда? Опять там не сохранился. Знаешь, что я сейчас сделаю? Опа! Опа! Все. Их разговоры мы с вами слышали, поэтому ничего тут разглагольствовать. Сюда идешь. И ты идешь сюда. Тихо, тихо, тихо. Тут еще идет, что ли? Или это наверху? Наверху, наверное, скорее всего. Так, смотри, здесь что-то есть. Леха. Здесь есть пожрать. Это у нас что? Это нет. Поверху, наверное, ходит. Так, и чтиво. Да. Мина, дорогая, не так уж все и плохо, как тебе кажется. Господин не так суров, если ты знаешь его привычки. Когда он наверху, скажем, в библиотеке, побалуй его чаем с булочками и поболтай с ним о домашних делах. Однако, когда он в подвале считает свои сокровища, не вздумай его беспокоить, пока он не позвонит в колокольчик. И тогда уже несись туда так, будто за тобой сам Трикстер гонится. Лис. Кто такой Трикстер? И поняли, да? А, в подвале находится какой-то монстр. В подвале находится сокровище господина этого. Запоминаем, да? Где нас ждет золотая жила? Так, окей. Закрыто. Что-то двигалось. Там опять двое. Ладно. Как только я найду тебя,
Они меня достали, знаешь, подвое. Здесь воры! Да в смысле, я же вас это? Короче, все вспышки зафигачил. Все вспышки зафигачил, ну ладно. Будем уже бить на их потом. Что делать-то? У меня сейчас все кончится, короче. Да, блин, коврик куда-то съехал от мышки. Так, что у вас, нету ключей здесь никаких? 6 стрел еще осталось. Так что здесь нет никаких кнопок, рычажков. Смотри, это кто такой? Это этот. Вы поняли, да? А это кто такой? Ну, бурик, понятно. Вот эти два мы еще не встречались с такими. Вон еще бурик. Ладно, окей. Так, что у нас здесь? Так, понятно, это, наверное, подвал, а это у нас на второй этаж. Окей. Бляха. А, ну понятно, что это за дверь. Так. А, все, я понял, где я нахожусь. Помните, где лучники-то наверху стояли? Понятно. Интересная, да, такая проектировка здания. Так, погоди, здесь тоже подъем на второй этаж. Здесь комната пустая. Для чего эти комнаты? Как бы, знаешь, я могу им пользоваться, этими комнатами, чтобы прятать этих оглушенных. А на самом деле это для чего, интересно, эти комнаты? Так, там мы были везде. Там у нас что? Спуск в подвал. Тут, в принципе, тоже везде были. Что, мы все, первый этаж осмотрели? Или нет, погоди, еще здесь не все смотрели же. Вон еще дверь. Вон двери. Все. Понятно. Так. А, это выход в коридор. Так. Опачки. Ага, прикольно, да? Пол как будто из золота. Картинная галерея какая-то. Возможно, может здесь что-то есть? Потайной рубильник, не знаю. Нет? Ладно. Так, это что у нас? А. Это главный коридор. Понятно. Так, погодь. Еще вот здесь вот. Получается, у нас двери не открыты. Ты когда-нибудь заходил туда? Ну, ты понимаешь. В закрытые зоны? Никогда. Там может забраться только труп. Я слышала, в здании есть камень со злым духом. Представляешь? Я слышал, это лунный камень. Он впитывает свет. Пойдем посмотрим, а? Только не я. Лунный камень. Кто-то есть? Ты что-то сказал? Ай, зря я это сделал, конечно. Потому что тут видишь еще какие лампочки. Так, ну ладно. Леха, а там дверь открыта. Ёпти мать, а. Так, ладно. Вот здесь, кстати, сейчас бы пригодилась мне эта вспышка.
так-то? Я истратился. Окей. Будем действовать как-нибудь. Выманивать. Будем выманивать. У меня, в принципе, осталось... О, лучник. У меня, в принципе, осталось только это. Вот это место осмотреть. Смотри, сколько их тут. Ну, чё вы там-то ходите? Сюда иди. Что, ты глухой, что ли? Сюда иди, говорю. Вот, хера такой просто резкий. Нравится. Яй-яй-яй-яй-яй. Так. Я тебя быстро найду. Я бы пошевелил сам. Ого-го-го! Ты видал, сколько их тут? Охренеть. Они... Бляха, как вы... Как вы видите-то? Так, в воду они не поплывут. Ай-яй-яй, течение, течение! А, я куда-то вынесла. Жесть. Тяжело, кстати, плыть. Так, ладно. Я надеюсь, они там сирены не подняли. Годи-ка. Меня где-то здесь ищут, что ли? Ага, они там меня ищут. Ну и пускай ищут. Да? Да. Кто там? Есть? Бляха. Есть там кто? На. Отлично. Так, ну вроде никого не слышу. Больше. Тихо. Ништяк. Так. Никого? Тоже, чтоб не мешали, короче. Не бубнели здесь. Вот. А брось ты его. Кто-то ходит. Ключ от внутреннего двора. Окей. Кто-то где-то ходит, короче. Так, здесь нет никаких ящиков там. Окей.
Окей, ладно, нет. Здесь что? Так, это я все забираю. Можно, кстати, сожрать все. Что-то у меня жизни не прибавляются. Ой, тарелочки забрал. Ништяк. Что-то не прибавляется нифига. Окей, так, что здесь? Вы ленивые негодяи. Если в следующий раз, когда приду навестить моих малюток, я увижу, что их плохо кормят, то я вас всех выпарю. Бедные крошки должны питаться живой пищей, их нежные желудки не переносят мертвечины. Я не желаю слушать эти байки о нехватке пищи, когда мои малютки голодают. Малютки? Так у него монстр не один, что ли? Так, это, наверное, подвал. Ну, в принципе, все. Да? В принципе, здесь все. Осталось в подвал и на второй этаж. Да. Окей, друзья, давайте... Так, сейчас куда-нибудь встанем. Давайте вот здесь, в темноте, сохранимся, вот. И продолжим уже в следующей серии, отправимся в подвал, а там уже посмотрим, как по времени, может, за одну серию получится и второй этаж, и подвал. Ну, посмотрим. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.